Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня у меня отличное настроение. Во-первых, гремит гром, идет гроза, приближается, будет дождь, я обожаю грозу. И мои растения в огороде, которые давно-давно просят дождик, они будут тоже очень рады. Кроме всего прочего, мне муж подарил вот этот вот трогательный букет. И у меня на целый день великолепное настроение. И еще мне пришел совсем недавно заказ из моего любимого Василька. Это вот будет совсем другой обзор, потому что я раньше заказывала все для дома, полотенца, какие-то постельные, заказывала, хотя про постельное скажу потом попозже, одеяло, подушки, там на матрасник, вот это все-все-все, готовила спальню нашу, мы же спальню ремонтируем нашу. Вот, а сегодня я заказала для себя любимой, для близких кое-что, что вам покажу. Для всех, кто относится с большой симпатией к моему мужу, наконец-то я заказала для него. Потому что говорят, вот вы для него, для Вадима ничего не заказываете. Я заказала для него самое необходимое. Это называется расходный материал. У каждого мужчины это все расходный материал. Что это такое? Это трусы, носки и майка. Конечно, было бы здорово, если бы он это все померил, потому что у него отличная фигура, и вам бы это все понравилось. Но он на работе, поэтому я вот буду вам так показывать, рассказывать. Так, трусы, конечно, я не буду доставать, а вот носки я очень порадовалась за качество носков. Вот эти носки, 5 пар. Мы выбрали самые дорогие на сайте, самые дорогие. 5 пар стоят 200 рублей. Представляете, посмотрите, какого они качества. Такого качества мы покупаем в магазине за 90-100 рублей. Смотрите, отличные носки, отличные. Смотрите, как внутри, шикарно все сделано, отлично. Какой тут состав, смотрите. 80% хлопок, 15% полиамид, 5% эластан. Это просто только мечтать. Они очень приятные на ощупь, они плотные. Они, я думаю, будут долго носиться. Не скатываться, вот по составу прям вот кажется, что все так и будет. Так, вот носки, майка. Вадим, когда увидел эту майку, он так обрадовался. Он говорит, я так давно хотел такую майку. Я говорю, ну что ты не попросил, мне давно уже заказала бы такую майку. Мне же что, жалко, что ли, для тебя любимого. Смотрите, какая майка. Вот здесь вот узенькие плечи, вот у майки. Здесь, чтобы было, Вадим же такой, он же легкой атлетикой занимался. У него очень красивая фигура, и ему вот такая вот майка очень-очень пойдет. Майка 50-й размер. Майка стоит, сейчас скажу сколько. Так, майка. Она стоит 215 рублей, трусы стоят 203 рубля. Вот такие у меня у мужа обновки. Вот. Вот, он очень доволен. Вот. Теперь я заказала дочке еще одну пижамку. Она мне уже заказывала со звездами пижамку. Теперь еще пижамку со звездами. Или это называется домашний костюм. Он более теплый. Он очень приятный на ощупь. Просто очень приятный. Вы знаете, если бы вы потрогали. Ну, это обыкновенные штанишки такие. Обыкновенные штанишки. Они просто очень-очень приятные. Честно говоря, это вот молодец, дочка выбирает очень хорошо. Я хочу вам показать кофточку. Здесь вот горловинка так обработана. Вот смотрите, обработана, не подогнута, ничего. Тут просто пришита это. Такая обеечка пришита. Но я хотела показать сзади, смотрите, как красиво. Смотрите, тут такой хвостик. Хороший. Вот это пижамочка. Домашний костюм. Так, домашний костюм не дешевый. Я думаю, что это ткань такая дорогая, потому что ткань 100% хлопок, но она какая-то вот слишком мягкая, прям вот вообще мягкая. Он не дешевый, но вот я всегда говорю, что кто ругает, говорит, вот там качество такое, потому что качество бывает всегда от цены. По какой цене где закажете? В любом месте. У колбасы есть своя цена, у хлеба есть своя цена. Ну, хлеб, по-моему, всегда хороший. Я уж неправильный пример привела. У вещей есть своя цена. Ну, постельного. У всего есть своя цена. Поэтому
Вот, костюм, домашний костюм стоит 970 рублей. Конечно, не дешевый, но он того стоит. Он очень хорошего качества. Так, ну, дочке я тоже заказала носки. Носки у дочки еще дешевле. 5 пар у нее стоит 180 рублей. Состав точно такой же, как у мужских носков. Но я их достану, потому что вот дочка носит такие вот носочки коротенькие в кроссовке. Она занимается спортом. И ей вот такие вот носочки, они растягиваются до 41 размера. Я посмотрела, так что все будет хорошо. Так, складывать обратно не буду, чтобы ваше время не отнимать. И вот эта вся кучечка моя. Начну с самого такого простого. Вот такие штанишки я заказала. Это я заказала на зиму. Потому что в прошлый раз я хотела такие штанишки заказать. Немножко они не такие были, без начеса. А эти штанишки с начесом. Это теплые они. Сейчас вам покажу начес. Зря вот еще сложила на коленки. Смотрите, какие тепленькие они. Тут написано тоже хлопок 100%. Вот, смотрите, какой начес. Сделано все хорошо, аккуратно. Здесь, смотрите, как все красиво. Цвет красивый. Все хорошо. Мне нравятся такие штанишки. Сейчас я резкость сразу наведу. Вот. Я знаю этот телефон. Не наведешь резкость, и будет плохо показывать. Так. Это показала. Чтобы показать дальше. А я сначала буду вам все показывать просто так, а потом я вам покажу. А, и говорить цены буду. Штанишки мои стоят. Леггинсы 350 рублей. Так, вот такие штанишки я заказала. Еще брюки. Называются брюки такие. А, вы заметили, я же бегаю туда-сюда, что я тоже сейчас вот в таких в цветных штанишках. И я заказала еще одни. Мне очень понравились такие штанишки. Сейчас лето. Я заказала их 52 размера, потому что мне показалось на модели, они широковатые. Модель такая широковатая. Я думаю, что 52 размера мне будут хорошо. Но я когда померю, я вам покажу, и вы еще оцените. Вот так вот. Штанишки. Потом вот такая вот кофточка, блузочка. Она с ремешком, с пояском, но я поясов не ношу. Вот такая. Смотрите, веселенькая какая. Я пока не знаю, с чем я ее одену. Вот такая веселенькая кофточка. Вот, смотрите, какие платки. Кофточку сейчас скажу, сколько стоит. Блузка стоит 490 рублей. И платки, вот эти шикарные платки, шикарные. Два платка. Жалею, что не заказала других, потому что там было столько расцветок. Просто, ну, глаза разбегаются. Платки стоят 180 рублей. Огромные. Смотрите, какие. Обалденные, шикарные. Качество. Сейчас покажу еще второй. Смотрите, какие. Смотрите, какой рисунок. Смотрите, какой. Я не могла. Там столько расцветок. Вот там. Ой, это очень стильные, модные расцветки сейчас, на сегодняшний день. Это очень шикарные принты. Вот как называется. Принты называются. Называются принты. Еще вот такой принт у меня. Принт. Вот такой принт, смотрите какой. Он как потоньше, это потолще, это потоньше. Смотрите какой. Ой, не могу, меня дочка как увидела, тоже по телефону. Она говорит, ой, какой красивый, обалденный плодок, смотрите какой. А я, честно говоря, не знаю, как к лицу мне зеленый. Сейчас померим, посмотрим. Угу. Вот. Вот такой платки такие. Мои любимые платки, мои любимые. Наконец-то люди уже стали привыкать ко мне в платках. И спасибо вам за это. Платки я обожаю, обожаю, обожаю. Носила, буду и буду. Носила, ношу и буду носить, потому что их обожаю. Я обожаю платки. Вот. Деревенская такая я деревенская. Платки люблю. И вот, смотрите, что я заказала. Единственное, что я вот эту вещь я заказала 56 размера. Потому что прошлый мой заказ был, я там заказала 54, мне показалось маловато. И это я заказала 56-го, но, по-моему, оно огромное. Смотрите, какое красивое платье. Вот. Красивое платье, правда же? Прелесть. Мне оно очень нравится. Но оно 56 размер. Сейчас померю, посмотрите, оцените. И вот еще что я заказала. Единственное, что я... Его распечатала уже, это постельный комплект. Я не могла держаться. Я все равно заказала себе постельный комплект. Потому что у нас тут один есть, такой на двоих.
Я заказала еще один. Так, сейчас я уберу. Смотрите. Он это сатин. Мне посоветовали самое лучшее качество сатин. Подождите секунду. Да, все правильно. Посмотрела, снимает или нет. Что-то показала, что-то пунк. Я думаю, вдруг не снимает. Смотрите, это сатин. Оно стоит дорого. Ну, как сказать? 2700. Оно называется дуэт. Вот это два пододеяльника. С этой стороны вот такое огурцы, а с этой стороны голубое. Я его в него влюбилась просто. Вы не представляете. Мне оно не очень нравится. Это вот... Ну, не передайте. Потом на кровати покажу. Я уже заправила там немножечко. Я вам покажу. Так, ну а сейчас будет у меня показ мод. А огурцы, кстати, смотрите, у меня платье с огурцами. Я в этот раз все в огурцах буду ходить. Только не знаю, почему это называются эти вилюшки огурцы, я не знаю. Штанишки, платье с огурцами, штанишки с огурцами получились. И постельное белье даже у меня тоже получилось с огурцами. Наверное, это модно, что ли. Почему-то я так заказала все с огурцами. Не знаю. Так, сейчас буду вам показывать. Мерить буду вам сейчас. Посмотрите, как. Ой, как, смотрите, как хорошо. Я угадала, что я заказала 52 размер. Как раз вот с этой кофточкой, с моей. Самое то. Ой, вообще, мне так нравится. Прелесть. Карманы такие большие, глубокие. Самое то. Ой, вообще прелесть. С каких-то пор я стала мне нравиться носить такие брючки. Вот. Вот я померила платочек. Смотрите. Смотрите. Вот. Нашла какую-то льняную юбку. Она мне маловато, правда. Ну, чтобы посмотреть, как это все вместе выглядит. Вот так. Может, тут платочек сюда не надо? Потому что это в жару носить, а платочек может быть, когда чуть-чуть погода. Вот так. Ой, видно меня будет или нет? Смотрите, конечно, платье большое получилось, но мне в нем так хорошо, вы себе представить не можете. И платочек, ну, тоже, может быть, не к этому платью, но просто я очень счастлива. Оно такое приятное, оно свободное. Я вот даже, может, и хорошо, что я заказала такое большое. Ну, вот такая вот я деревенская Матрёна, деревенская Мадонна, я еще себя так называю. Поясок вот тут есть, ну, вот я не знаю, как его. Мне кажется, с поясковым... Мне пояса не идут, видите? Не очень. Сразу какой-то вообще попадья. А вот это вот... Так, хорошо. Буду носить. Вот знаете, вот прям сяду и поеду куда-нибудь. Буду носить. Мне очень нравится. Хорошая. Покружиться вот еще. Потанцевать. Очень нравится. Так, вот так покажу. Вам покажу постельное. Не стала совсем до конца заправлять его, потому что, видите, даже вот розетки сняли, видите, под розинки. Просто хотела вот найти на одеяло и надеть. Помните, в прошлый раз показывала вам эти одеяла? Шикарное, обалденное одеяло. Ой, какие они теплые, они классные вообще. Подушки, вот, смотрите, подушки на молнии. Обычные подушки, у которых есть запах, не знаешь, их назад куда-то или что, в какую-то сторону их направить, а это в любую сторону. Положил, как хотел, какой тебе стороны надо, такой положить можно. Вот такие шикарные подушки. Ой, наволочки. И вот пододеяльники, два пододеяльника вот на нашу кровать. Видите, с этой стороны огурцы, а с этой стороны голубое внутри. Как показать? Вот голубое, видите, как красиво. Ну вот, как сказать, смотрите, ну 2700 стоит этот комплект. Он шикарный. Мне вот сказали сатин комфорт. Я так и заказала. У меня никогда в жизни не было такого постельного белья. Не знаю, наверное, может быть, я купила бы когда-нибудь себе, но у меня все время какие-то приоритеты, какая-то стройка и все. Вот. 2700 это как бы для меня, вот просто лично для меня, без всякого. Это уже это даже ни к обзору не относится. Лично для меня дороговато. А вот по качеству, если посмотреть, это недорого вообще, потому что я думаю, что намного дороже такие. Я никакого ничего не призываю, просто рассказываю мои ощущения, свои собственные, понимаете?
И какое оно гладкое, какое оно нежное. И я думаю, что если вот... Вот вы знаете, постельное белье хорошего качества, оно очень на много лет хватает. Очень на много. Наверняка у вас у всех есть постельное белье, которому и 20 лет, и может быть даже больше. Так что я думаю, что мы будем с этим постельным комплектом постельного белья жить долго и счастливо многие-многие годы. Потому что его же не одно используешь, все равно же менять. Поэтому я очень счастлива. Очень счастлива. Мне это очень нравится. И вообще сегодня день такой хороший. Немножко волнительный, немножко есть волнение у меня какое-то. Ну вот, не знаю, вот если вот бы такие моменты бы, таких моментов в жизни было бы больше, ну, из этого складывается счастливая жизнь, из маленьких, приятных, хороших моментов. Что пошел дождь, когда засуха. Что вот такое постельное белье, о котором ты всегда мечтала. Что вот такое платье. Вот я смотрю на себя, я не знаю, как вам, вкусы у всех разные, потому что многим некоторым платки не нравятся. Я смотрю вот на себя, вот в этом платье, ну, может быть, по цвету оно не очень-то подходит, но можно же что-то другое подобрать. Вот я смотрю на это платье, и мне оно так нравится. Вот я себя чувствую свободным человеком, свободной женщиной. Женщиной чувствую себя, пусть деревенской, но женщиной чувствую себя, понимаете? Вот. А если вам понравилось тоже, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока. Напишите обязательно комментарии. Мне это очень приятно.